В эти минуты на площади Абхазии заканчивается акция по оказанию помощи жителям Краснодарского края, пострадавшим от сильнейшего наводнения. Проводит ее Общественная палата Кабардино-Балкарии. Пункт сбора пожертвований для соседей из Черноморского побережья открыт в региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Нальчике. И только что с места проведения акции вернулась наша съемочная группа. Слово Зауру Гидуеву. Как отмечает помощник руководителя региональной общественной приемной Хасанби Абазов, пострадавшие от наводнения жители Кубани прежде всего нуждаются в питьевой воде, продуктах и теплых вещах. Те, кто хочет помочь людям, попавшим в беду, могут прийти на пункты сбора пожертвований, которые открыты во всех общественных приемных по республике. У нас уже есть несколько, скажем, автомобилей, груженных водой, которые мы собираемся отправить туда. Спасибо большое, это люди большой души, они ответственно относятся к этому делу. Сейчас это в тесной связке с МЧС республики выясняем потребность, какая нужна, чтобы не абы что туда направлять, а именно то, что нужно людям. Предприниматель Заур Жапуев один из тех, кто первым откликнулся на призыв помочь обездоленным. Не мог оставаться в стороне, когда беда настигла наших соседей, говорит он. Оставаться равнодушными к этой ситуации, которая произошла с очень близкими нашим регионом, как Краснодарский край, я не представлял возможным, потому что я очень много людей оттуда знаю, очень много близких оттуда. И мне хотелось помочь, и не знал даже, как бы внести, где бы это сделать. Я слышал, что сегодня можно это сделать здесь, в приемной, и когда услышал, сразу посчитал необходимым. И призываю всех граждан нашей республики, у кого есть какие-то возможности, прийти и помочь этому братскому народу, который попал сегодня в беду. Те, кто не может прийти на пункты для сбора пожертвований, могут перечислить средства по расчетным счетам, номера которых вы видите сейчас на экранах. На площадь Абхазии люди приносят для пострадавших от наводнения средства личной гигиены, лекарства, вещи, продукты питания, то, что может. Правда, подвела погода. С утра идет дождь, но Общественная палата Кабардино-Балкарии проведет такую же акцию и завтра с 13 до 15 часов. Ее представители призывают население не оставаться безучастным к беде, которая настигла соседей. Саур Гидуев, Асламурза Хандохов, Вести, Кабардино-Балкария.